Хизри Шихсаидов посетил с рабочей поездкой Хасавюртовский район, он осмотрел Центр традиционной культуры народов России, возложил цветы к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Затем посетил репетицию государственного ансамбля танца народов Кавказа «Молодость Дагестана». Спикер вручил артистам ансамбля благодарственные письма. Также Хизри Шихсаидов встретился с активом района, говорили о поправках Конституцию. Руководитель парламента отметил, что среди предложенных президентом страны поправок есть и те, которые повысят качество жизни россиян. Поэтому 22 апреля необходимо принять активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию страны. Он также обратился к активу района с просьбой проконтролировать все необходимые профилактические мероприятия, связанные с распространением коронавируса.